Всем привет, ребят, это снова я. Наступила настоящая зима, выпал снег. Пойду схожу, сделаю небольшую ревизию, посмотрю, что там на пасеке творится, как дела вообще обстоят, бегаю, проведу, так, посмотрю, потому что после первых морозов и холодов и выпавшего снега могут быть небольшие казусы, если их сразу не обезвредить, как говорится, может быть полный пипец где-то в чем-то. Так что лучше пересмотреть все, перестраховаться и спокойно спать. Вот такие вот дела. Штатив взял, сейчас пару семеек покажу. Прогляжу, все вам расскажу. Итак, поехали, не переключайтесь. Ну вот, немного обошел я пасеку, просмотрел, сейчас вам покажу. Синицы его бегают, потихоньку долбают уля. Вот везде надо будет где-то покрепче защиту сделать. Мышей пока не видно. Сейчас открою пару ульев, которые меня волнуют. Вот, смотрю, в этом году стала сильно бить птица пеноплекс. Раньше такого не было. В этом году что-то сильно. Вот я смотрю, вот тут не критично. У меня тут пена есть дома. Точнее, на даче тут. Ну вот, посмотрим, что будет дальше. Вот такие вот дела. Ну, видно, бегают они, что-то долбают, донимают пчел. Так, сейчас тут глянем. Потихоньку зимуют пчелы. Вот тут улитка, тут вылазит. Ну, в принципе, вроде нормально. Вот здесь вот раздолбали, и вот тут сильно надо будет запенить чуть-чуть. Вот. Ну, мелкие неприятности делают птицы, видите. Можно будет замазать. Под рукой нету ПВА. Вот я вот так делал. Было разгрызано, надо будет канцелярским ножиком обрезать. Вот, для более культурного изображения. Вот. Ну, вот тут тоже вот долбали. Деревянных таких, конечно, нету. Ну, что сделать? Как есть, так и есть. Я скажу вам, что даже если фирменные покупать дорогие улья, лысонь, там другие, полистироловые или там пеноплексовые, еще какие-нибудь там ППУ, ШМУ, как говорится, их там марок уйма. Все равно это не спасает от грызунов, можно сказать, хищников и птиц там. Вот такие вот дела. Вот даже вот сейчас разговариваю, тук-тук был, и там вот синица бегает, сейчас я вам покажу. И вот мое подтверждение. Людей не боится, прыгает, бегает, вот, беспокоит. Видите, это сейчас самый, можно сказать, из злостных врагов пчел. Они донимают синицы сильно. Надо будет принимать меры. Вот такие вот дела. Вот я оставил нуклеус. Его как раздолбали они или разгрызли. Сейчас залезем, посмотрим. Он пустой, да? Кто там живет у нас? Или не живет. Он старый тут валялся. Надо будет его убрать. Не, все тихо, спокойно. Просто разгрызано. Видимо, синица пыталась залезть. Ладно. Вот, сейчас со стороны покажу синица, что делает. Видите? Сидит и прыгает, ждет, пока я уйду.
чтобы искать корм. Смотрите, вот синица сидит и ждет, пока я уйду. Вот. Тихонько подбирается, обглядывает. Сейчас мы тихонько подождем, посмотрим, что она будет делать. Хитрая тоже. О, наглая какая, видите? За 2 недели могут делов наделать. Я понимаю, они кушать хотят, но... Что сделать? О, ребята, проходил по пасеке, еще увидел. Видите, что они творят, синицы? Вот такие вот дела. Ну, что хочу сказать, ребята. Вот почему надо делать ревизию. Потому что если у пчеловода порядком семей, ни одна, ни две, ни десяток, а более намного, то в связи с тем... Когда выполняешь определенные работы, бываешь какой-то улей не доглядишь в общей массе. И вот почему надо делать беглые проверки и стационарно проверять поэтапно каждую улей. Потому что вот при возможности можешь найти какие-то определенные свои косяки, ошибки, которые можно вовремя исправить, как говорится. Лучше это сделать поздно, чем никогда, и потом потерять семью. Вот такие вот дела. Пойдем дальше смотреть пчелы семьи, не переключайтесь. Так, меня волновал вот этот отводок, надо глянуть его. Ну, тут пчелка активная. Ну, живая. Не знаю, выживут они или нет. Это запасная матка. Сейчас на примере этого отводочка глянем тут, как обстоят дела, потому что волнуют меня вот отводки особенно. Тут я такую тряпочку давал, ну, пчелки вначале вот сидят тут, а вроде нормально все, пускай зимуют. Сейчас, ребята, глянем этот отводочек быстренько, чтобы знать, как тут, что дела. Вот. Ага, вот тут пленку я не убрал. Хорошо, что посмотрел. Видите, конденсат и как влажно. Надо будет сверху холстик положить. Но пчела во внизу зимует. Вот так пчелкам, и им будет так намного справнее. Все, ситуацию исправили. Вот для чего иногда надо делать ревизии. Посмотрим, ребята, вот эту семейку тоже. Хорошая семейка. Вот тут у нас вот старое утепление вот осталось, я положил. Но в общем пчела зимует нормально, я думаю. Вот и наверху клуб тут собрался. Не буду, ладно, это трогать. Вот здесь вначале лучше и не будешь желать, как говорится. Это максимально вот такой классный вариант. Хвостики заберем. Сейчас с вами гляну вот эти отводки. Мне интересно, что тут, как тут. Так, ну вот колстик можно сюда положить один небольшой вот такой. Вот
открыть. Все, семейка нормально тут, грубо говоря, зимует. Так, сейчас следующий поглядим. Так, тут у нас холстик есть. Все, вначале сидят клуба. Вначале, то есть, сидят нормально. Все, не трогаем. Сейчас остальные перегляжу. Так. Развернуть тут вот так, но не знаю, увидите его что-то, не? Тут вот тишина. Все хорошо. Сидят отлично. Сейчас вам покажу. Так, вот они сидят вначале. Если вам видно. Нормально. Сейчас еще вот этот отводочек посмотрим. Давно я не глядел. Возможно, тут будет кормушка, скорее всего. По записям смотрел. Так, вот, и вправду, видите, все они выбрали, девки. Сейчас это мы забираем. И холстик мы им даем. Все, и пчелу не будем беспокоить. Раз. Все, вот так. Ну, все. Ну что, ребята, общую ревизию я провел. Все не показывал так кратко и вам, потому что неудобно, говорю, работать и снимать. В принципе, кое-что я исправил опять. Не опять, а снова. Вот. Более-менее нормально все. Зимуем. Ждем Нового года. Вот такие вот дела. Так что, если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Наверху нажимайте на колокольчик оповещания. А внизу заветная кнопка подписки. Всем пока-пока.